Мам, а ты что, раньше любила сериалы смотреть? Да нет. Доченька, Изаура, а с чего ты взяла? Ну, бабам только деньги нужны. Да, бабам нужны только деньги. Бабы меркантильные. А вам, мужикам, деньги не нужны, вы их не любите. Вы говорите, фу, деньги, какая гадость. Нет, нет, мне деньги не нужны. Раздам-ка я их бабам. Впрочем, это уже совсем другая история.